Всем привет, с вами Умка, и сегодня мы вместе с вами будем играть в The Cursed Tiles. Сегодня наша тема видео – это обсуждение будущего обновления и ответы на разные вопросы. Я в телеграм-канале писала то, что буду отвечать на вопросы. Будем обсуждать с вами будущее обновление, там многие спрашивали. Короче, сегодня меня будет немного бомбить. Сегодня я буду очень сильно злая, так что берегитесь. Играть мы будем с вами на спинозавре. Кто-то просил меня поиграть на спинозавре, поиграем на спинозавре. На вот таком вот красивом речном таком морском скине. Мне очень нравится этот скин, будем на нем сегодня играть. Начинаем игру. Сервер 1. Ну и первое, пожалуй, что он хочет сообщить, это то, что игроки у меня, почему-то именно у меня, спрашивают, когда будет обновление и что там будет. Сразу же этих же игроков хочется послать на все четыре стороны, потому что спрашивать у меня, когда обновление, это очень даже странно и очень даже глупо. Во-первых, объясню почему. Ну, во-первых, я не разработчик, я всего лишь навсего ютубер и всего лишь навсего игрок. Игрок я, моя ютуберка никак не связана с поступлением новостей по обновлению, и поэтому вот. То есть я не могу знать, когда будет обновление, несмотря на то, что я ютубер. Нам новости по обновлению не говорят. Да, меня сейчас убьют. Вот, мне новости по обновлению никто не говорит, и уж тем более мне никто не говорит дату этого обновления. Ребята, вот поймите, никто ничего не рассказывает. Если разработчик выкладывает какой-то пост там с обновлением, там с какими-то скриншотами, с какими-то спойлерами, я все выкладываю в телеграм-канал и в ВК-группу. То есть я ничего не утаиваю. Есть, правда, минус мой, то, что я, ну, не мониторю. То есть если я увижу, я выкладываю. Если не увижу, а увижу чуть попозже, как, например, с скриншотиком какой-то новенькой иконочки, то, да, я вот проспала этот момент и не увидела сразу. Вот. А так я всегда стараюсь вовремя выкладывать какие-то скриншоты, какие-то новости, если узнаю. Но, допустим, вот даже если я знаю какую-то новость, знаю, что будет в обновлении, неужели вы думаете, что я это побегу всем рассказывать? Нет, конечно, я не буду это никому рассказывать, не буду никому ничего объяснять. Там, я буду держать это в секрете, я не буду трепаться, потому что эту информацию мне доверили, мне рассказали, а я как какое-то непонятное создание просто побегу рассказывать это все вам. Нет, конечно, я так делать не буду. Я буду просто... Я буду... держать это в секрете до последней минуты. Вот. Что еще? Дальше меня спрашивали, какой мой любимый динозавр. Я на этот вопрос отвечать не буду, потому что я уже очень много раз в каждом видео говорила, какие мои самые любимые динозавры. У меня их два. На одного ремодель уже есть, на другого я все еще жду. Поэтому я, ну, не буду. Это он за мной бежит, да? Это он за мной бежит. Че, опять умирать? Это что, мне развернуться надо? Ах ты гнида. Ах ты гнида. Вставай. А, ну вот вам и файт, собственно.
Да чё за фигня, чё меня все киляют, задолбали. Гнида, ах ты косер сраный. Ах ты говно. Че? Ебать, ещё и орёт. Говнина сраная. Господи, если ты подписан, отпишись от меня. Не люблю говно. Да. Со 100 до 0, если честно. Ну, ладно, в принципе, не страшно. Спинозавра я не особо выращиваю. И вообще редко, когда играю в эту игру. Но, конечно, жалко немного. Немного жалко. Убили. Так что вот такие вот дела, друзья. Ну, что я хочу рассказать и вообще хотела бы обсудить с вами обновление. Наверное, ну, многие обсуждают, это не я начала, многие обсуждают, что будет ремодель на Бариубоникса, типа, там каждый месяц выходит какая-нибудь ремодель, и, ну, по подсчетам игроков, следующая ремодель должна быть на Бариубоникса. Ну, все может поменяться, ребята, все может поменяться. Может выйти обновление на Саркозуха. Кстати, очень сильно жду Саркозуха. Хочу за него очень сильно поиграть, за нового Саркозуха. Это, ну, моя мечта — увидеть ремодель именно на него. Дальше, что еще? Хотелось бы наконец-таки увидеть эти пещеры, которых анонс сделали еще достаточно давно, в прошлом месяце. Ну, говорили то, что пещеры такие не будут, надо искать нормальные камни, там пещеры другие, наверное, будут. А что еще? Хотелось бы наконец-таки увидеть ту самую воду, на которую я тоже молюсь очень часто, которая находится в обновленном месте карты. Вот. Очень бы хотелось увидеть всю такую воду. Меня такая вода уже, если честно, не устраивает. Хотелось бы что-нибудь новенькая и интересненькая, например, такое. Пусть она будет покрыта вся тиной, пусть она будет там в декорациях, хорошо, мне меня устраивает, лишь бы она была такая, как на болоте. Это, мне кажется, будет очень интересно, но вряд ли такое сделают, так что вот. Что еще хотелось бы с вами обсудить? Ну, наверное, хотелось бы наконец-таки получить еще больше декораций, потому что на карте их катастрофически не хватает. Все самые, те самые черепки, те самые кости, они разбросаны, но мне кажется, как-то карта все равно немного пустая. И хотелось бы, например, тех же самых поваленных деревьев, тех же самых, там, я не знаю, кустиков там, заброшенных, протухших яиц старых, уже никому не нужных. Где ты орёшь? Не важно. Нет, важно. Он меня может загрызть. Понюха нету? Понюха нету. Так что вот такие вот дела. Было бы очень круто. Было бы очень весело. И очень интересно. Так что вот такие вот дела. Ну, ждем, ребята, обновления, ждем. Что еще хочу сказать вам, ребята? Завтра видео, скорее всего, не будут выходить, хотя я и планировала, но завтра я, так сказать, не хочу, конечно, навязываться, но завтра я именинница. Да, мне завтра исполняется 20 лет. Это для тех, кто спрашивает постоянно, сколько мне лет. Мне завтра исполнится 20. Я уже взрослый человек, да, уже закончивший и школу, и колледж. Не знаю даже, что делать, так что вот. И завтра, и пару дней, наверное, видео выходить не будут. И я надеюсь, что обновление будет не завтра, так как я завтра хотела и погулять, и тортик поесть. Так что вот, завтра я отмечаю свое 20-летие, пойду с мамой и с братом, с папой тоже гулять, и в гости пойду тоже, да. Дедушки там будут кушать тортик, отмечать, в общем, да, получать подарки и поздравления. Так что вот такие вот дела. Ну что ж, друзья, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, я ответила на большинство интересующих вопросов, которые вы мне постоянно под каждым видео пишете, задаете. Так что вот такие вот дела. Ну что ж, с вами была Умка, и всем до скорой встречи.